Вашему вниманию предоставляется новинка 2013 года, модель WMX720. Данная модель укомплектована двигателем 170F2. Двигатель 7 лошадиных сил, имеет воздушный фильтр улучшенной пропускной способности, в фильтре есть масляная ванна, улучшен обдув двигателя и усовершенствована выхлопная труба. Данная модель имеет в комплектации активную фрезу, ширина захвата 700 мм. Активная фреза приводится в действие от независимого вала отбора мощности. Данная модель имеет 3 скорости вперед и 2 скорости назад. Скорость включают с помощью рычага переключения скоростей. Данный рычаг регулирует высоту, изменение высоты руля по высоте. Данный рычаг включает активную фрезу. Этот рычаг включает заднюю скорость движения данного агрегата на задней скорости. Также в комплектацию входят пневматические колеса 4х8. Глубина обработки активной фрезы регулируется сошником. Сейчас мы вам продемонстрируем. То есть вынимаешь плинты, можно регулировать опорное колесо и, соответственно, изменяется глубина обрабатывания земли. Данную модель вы можете заказать по телефону 099 642 39 79 или на сайте.